Межрегиональный фестиваль этнической культуры «Этнова» стартовал в Махачкале. Студенты из 7 регионов СКФО представили свои национальные подворья. Здесь местная кухня, предметы быта и традиционные наряды горцев. Посетители фестиваля смогли познакомиться с традициями, культурой и промыслами народов Кавказа. В программу фестиваля вошли вокальные выступления, театральные постановки и гала-концерт. В завершении жюри определит победителей сразу в нескольких номинациях – национальное подворье, вокал и хореография. Они показывают всю красоту своей национальности, своего народа. Мы считаем, что это на сегодняшний день наиболее актуально, чтобы ребята понимали, принимали вот то красочное многообразие нашего российского народа и действительно любили и уважали друг друга.